Nokia 1680. Замена акустического блока. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 1680». Замена акустического блока в данном аппарате необходима при выходе из строя полифонического динамика, поскольку отдельно он не меняется. Полифонический динамик частично или полностью выходит из строя по причине перегорания либо засора. Акустический блок поддевается металлической лопаткой и пальцами извлекается из корпуса телефона. Предварительно с акустического блока необходимо заостренным инструментом снять микрофон, поскольку он не входит в комплект нового блока. Далее пинцетом устанавливаем микрофон в новый акустический блок и пальцами вставляем сам блок в корпус, слегка прижимая его для того, чтобы защелкнуть фиксаторы. Все, акустический блок заменен.